Людмила Равусевич живет на полуострове по виду на жительство около 18 лет. Теперь в российском Крыму ей нужно было поставить в паспорт только штамп о прописке. Для этого она приходила в отделение ФМС не один раз, ведь в списке людей, которые хотят получить долгожданные документы, она была далеко не на первом месте. Придя в очередной раз, уже вставшая родным отделение ФМС, она и представить не могла, что ей поможет ускорить процедуру вице-премьер республики. Мне нужно было поставить штамп о прописке. Я три раза сюда приходила, огромные очереди. Просто невозможно. Сейчас мне за 10 минут все сделали. Руководящие наши органы молодцы, спасибо. Я просто благодарна, правда. Я не стою в очереди, я больше не бегаю никуда. Все, я теперь живу полноценной жизнью. Но другим повезло не так сильно. В очереди за свидетельствами о регистрации стоят около 2000 человек. Причины у каждого разные, но все люди, проводящие будни в долгом ожидании и стрессе, стоят за их получением еще с лета. Самые инициативные даже решили создать свой собственный список с фамилиями и номерами телефонов тех, очередь которых вот-вот подойдет. Мы смотрим, какая очередь подошла, звоним им, они приходят с документами. Объективны ли причины километровых очередей, решил лично разобраться вице-премьер Крыма. Случайность или нет, но после приезда Дмитрия Полонского дело пошло куда быстрее. Пообщавшись с людьми, а затем и с сотрудниками, он пришел к выводу – должна помочь автоматизация очереди. Как только процесс автоматизируется, то есть исключается человеческий фактор, то сразу эти все очереди, они рассасываются. Но опять-таки не потому, что там, может быть, людей меньше становится, а потому что каждый понимает, когда, в какое время ему нужно подойти. Вот главное, о чем сегодня говорили люди. Мы приходим и вынуждены каждый день по три раза подходить и вот в этих самодельных тетрадочках сами себя регистрировать и проверять, а не прошла ли наша очередь. Хотя это же очевидно, что подойдя к электронному терминалу, надо один раз зарегистрироваться. Все понимают, и мы сегодня сейчас с начальником миграционной службы переговорили по этому, все понимают регламент работы. То есть мы знаем, сколько с каждым комплектом документов по каждому виду обращения работает специалист. Если мы эти все регламенты введем в электронный вид, у нас автоматически будет выстраиваться очередность. А это, во-первых, лишит горе бизнесменов соблазна продавать места в очереди, а во-вторых, хотя бы немного нивелирует проблему нехватки персонала. Согласны со вторым и работники ФМС. Говорят, рады были бы работать быстрее, но сил на всех не хватает. Работает в ФМС в Киевском районе всего 4 человека по разным направлениям. Как по подтверждению гражданства, так по миграционному учету, так и по прописке или регистрации наших граждан, крымчан, по месту жительства. И их также выписки. Соответственно, скопление людей на этот момент и произошло. Уже совсем скоро руководство полуострова вплотную займется этим вопросом. Вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский пообещал доложить о проблемах главе республики Сергею Аксенову. И уже по итогам его решения будут приняты конкретные меры.